Обратный отчет до алтайской зимовки. Туристические компании Алтайского края организовали доставку собак на соревнования «Стрела Ульгеня». Более 200 собак проверят свою скорость, ловкость и выносливость. Они будут соревноваться в различных дисциплинах на дистанциях 5 и 9 километров. Гости и участники увидят в одном месте более 80 собак. Пород хаски, аляскинские маламут, самоедская собака, гренландская и чукотская ездовые собаки. А также якутская лайка. Зрителей ждут не только захватывающая гонка, но и памятные фотосессии с собаками. Краевые открытые соревнования по зимнему ездовому спорту «Стрела Ульгеня 2016» пройдут 17 декабря с 11:30 до 15:30 в селе Шадрино Калманского района. Туркомпания Алтайского края организует доставку по маршруту Барнаул, база Алтайского центра ездового спорта Барнаул.